гостях в театре Романа Виктюка. Как я рад, что больше мне не нужно делать никаких представлений. Здесь немножечко шумно, немножечко нервно, потому что на носу премьера спектакля про Осипа Мандельштама. Но, в общем, тот самый случай, когда на выезде корреспондент должен надевать любимую пасхальную рубашку. Представьте себе, что мы по-прежнему в Советском Союзе. Что бы вы сегодня ставили? И Рощина, и Вампирова, всех тех, кого было нельзя. Жан Жене и Суслов вместе – это куда круче, чем Трактор и Трепетная лань. Об этом даже мы во сне нельзя было думать. Вы заинтриговали. А я не могу. Вот видите, как интересно. Я не могу понять, кто, потому что вся литература 19 века русская наперечет. Наперечет. И когда вы последний раз плакали? И из-за чего? Сегодня на репетиции. Какой актер ведь? На первом месте подсознание, интуиция и Бог. Все. Ничего подобного.